В Зарайском городском округе продолжают чествовать передовиков сельского хозяйства. На этот раз глава муниципалитета Виктор Петрущенко с первым заместителем председателя Мособлдумы Никитой Чаплиным, председателем Совета депутатов городского округа Зарайский Еленой Белкиной встретились с коллективом передового хозяйства ООО «Тула Маш Агро». Поздравили их с достижением высоких результатов, отметили лучших из лучших заслуженными наградами. ООО «Тула Маш Агро» является одной из лучших сельскохозяйственных организаций городского округа Зарайск. Высоких результатов зарайские аграрии добиваются уже не первый год. И в этом непростом для всех 2020 году предприятие вышло на первое место в Подмосковье по производству зерновых и зернобобовых культур. Нынешний год войдет в историю Зарайского края как самый урожайный за полувековую его историю. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 126 тысяч тонн при средней урожайности 40 центнеров с гектара, что составляет четверть валового сбора в регионе. Сегодня вручили награды заслуженные коллективу «Тула Маш Агро». «Тула Маш Агро» – это сегодня самый крупный сельхозпроизводитель Московской области. Он работает в территории Зарайска, Луховиц, Серебряных прудов, Волоколамска, других наших муниципалитетов. У них самый большой урожай в этом году. Ну и самый эффективный, самый лучший урожай они получили в нашем городском округе Зарайск. Поэтому здесь, в Зарайске, мы чествовали, праздновали тружеников села. И основной костяк коллектива «Тула Маш Агро» – это жители нашего дорогого города Зарайска. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех, не только работников «Тула Маш Агро», всех работников сельского хозяйства с очень удачным сельхозгодом, удачный и по валовому сбору урожая, и по цене на зерно. И желаю, чтобы 2021 год был не хуже. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение.